звонку становись. Середину. Линейку начать разрешается. Вольно! Сегодня наша школа в 17-й раз открывает двери в этот мир своим питомцам, выпускникам 2005 года. Школа, внимание! На торжественную линейку, посвященную последнему звонку, приглашаются выпускники 2005 года со своими классными руководителями. Равнение на выпускников. 11 А класс. Классный руководитель Дербенцева Любовь Ивановна. Б-класс. Классный руководитель Борисова Надежда Ивановна. Государственный флаг Российской Федерации предоставляется выпускникам 11 классов Федоровой Юле и Дурицкому Дмитрию. Обращаются наставники и дарят сюрпризы и подарки. Дорогие учителя, дорогие учащиеся, уважаемые родители, гости, я всех вас тепло и сердечно поздравляю с окончанием учебного года. Особенно учащихся 9 и 11 классов. Многие девятиклассники покинут стены родной школы, а для 11-классников начинается новая жизнь. Ковригина Анастасия, Дурицкий Дмитрий, Перепелицына Анастасия, Дербенцева Ольга и Зинин Владимир – это люди, которые претендуют, вот 11-классники, на золотую медаль. У нас работало научное общество учащихся, где ребята защищали исследовательские работы, так же, как это делается в высших учебных заведениях. И очень много было одержано в этом году спортивных достижений. Первое место заняли учащиеся школы в легкой атлетике. И четвертое место в областных соревнованиях. Это замечательные показатели. И многие ребята сегодня будут награждены. Принимали участие и 11-классники в этих соревнованиях. Это Рубцов Артем, Федорова Юлия, Дмитриева Юлия, Славко Екатерина, Зинин Владимир, Дурицкий Дмитрий, Халимова Анастасия, Глухов Виталий, Стариков Алексей и многие другие ребята. Школы изыскала тут небольшие ресурсы и награждает небольшим там материальным таким подарком Дурицкого Дмитрия. Пожалуйста. Дима, быстрее тут, зато жарко. Дима, поздравляю. Ковригину Анастасию. Зинина Владимира. Быстрее, ребят. Так, на первый случай вам тут. Перепелицына Анастасия. И Дербенцева Ольга. Прям самое главное, чуть не забыла. Так, спасибо вам, ребят, большое. Мне очень приятно в этот очень теплый, радостный, солнечный день поздравить вас, особенно учащихся, да и родителей, преподавателей, с окончанием учебного года.
У вас впереди прекраснейшая, очень энергичная, хорошая жизнь. У вас молодость, у вас все впереди. И пожелание такое, чтобы вы все это выдержали, с честью оправдали надежды своих родителей и выполнив свои задания и обязательства. Владарским письмом награждается. Благодарственным письмом награждается учащийся 11 класса Дурицкий Дмитрий. Чтоб харчи отец награждал. Это я прошел, знаю, и сейчас так же продолжается. Благодарственным письмом награждается Рубцов Артем, учащийся 11 класса. Спасибо большое. С праздником вас. Первое открытие на этой планете вы совершили с человеком, который имеет самое прекрасное звание на Земле. Первый учитель. Его вы всем сердцем любили. Ты вспомнишь улыбку его и слова, и вновь добротою повеет. Внимание его и его похвала печали вам сердце согреет. Слово предоставляется первой учительнице Алле Алексеевне Хольшевой и ее первоклассникам. Встречайте! Сегодня у всех учеников праздник, но для вас это особый день, потому что сегодня прозвенит последний звонок, и позади останутся школьные годы, детство, а впереди взрослая жизнь. Пусть на вашем жизненном пути встречаются больше добра, умных и справедливых людей, которые смогут по достоинству оценить ваши способности и таланты. Огромного вам счастья, здоровья, и пускай всегда будут с вами успех и удача. Ну а сейчас вас поздравят первоклассники. Мы пришли в школу, где вы учились 10 лет. Примите от нас, дорогие ребята, от нас, первоклассников, горячий привет. Когда пришли мы в первый класс, первый раз мы боялись вас, 11 класс. Нас чуть видных от земли вы перешагнуть могли. Вы за партами сидели, над задачками пыхтели. Все росли, 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 выше папы, выше мамы выросли. Ой, как хочется, ребята, поскорее подрасти, стать такими же большими, как и вы, выпускники. Скоро ваши парты опустеют, и звонок прощальный прозвенит. И навряд ли кто из вас сумеет безразличным сделаться на вид. Не скрывайтесь, если загрустится. Добрых чувств не прячьте никогда. Жизнь и юность к вам, друзья, стучится. И уходит детство навсегда. Сегодня ваш праздник, последний звонок. Последний звонок на последний урок. И вам желаю первый класс в добрый путь и в добрый час. Спасибо! Каждому лучше ей.
тоже весна. Им можно рассказать все тайны. Они помогут в трудный час. Они, как мамы, всегда волнуются за вас. С последними наставлениями к вам, выпускники, обращаются ваши любимые классные руководители. Слово Любовь Ивановне Дербенцевой и Надежде Ивановне Борисовой, классным руководителям 11 классов. Мы поздравляем всех вас, кого с окончанием учебного года, кого с окончанием школы. Нам очень хочется с Надеждой Ивановной, чтобы завтра, проснувшись, открыв глаза, вы, выпускники, не вскакивали мигом с постели, а подумали и осознали, что детство беззаботное осталось позади, с вашим ревом, шишками, с баловством, а впереди новый сложный этап жизни. И рядом не будет уже так долго терпящих нас, учителей и администрации. Не будет рядом родителей, которые по первому зову спешили в школу и подставляли нам свое надежное, крепкое плечо. Не будет журящих вас технических работников. Не будет шумной детворы школы номер 3. Не будет? Нет. Не будет. Не будет друзей-одноклассников. Но мы, ребята, знаем, что мы самые лучшие. Мы лучшие в спорте 11А. Мы лучшие в дежурстве. Мы дружные. Мы внимательные. Мы заботливые. Мы добрые. Мы самые-самые. Чтобы не продолжать этот список, не обидеть других, не буду перечислять дальше. Нам хочется, чтобы вы опровергли известное выражение: «Рожденный ползать летать не может». Это рожденный ползать. Мы рожденные ходить. Давайте летать. Только не парить в облаках, а парить, летать в наших сбывающихся мечтах. И мы с вами, 44 выпускника из миллиона и более выпускников всего всей России, мы с вами, каждый достоин дать последний звонок. Мы питаем к вам чувства. Как позднему ребенку. Потому что для нас, Любовь Ивановна, и 11 А, и 11 Б, это, вероятно, последний наш выпуск по состоянию лет. Поэтому последний поздний ребенок — это самый необыкновенный, самый желанный, самый дорогой. Вас ожидает жизнь. Эта жизнь пусть для вас будет жизнь с большой буквы. И пусть в этой жизни вы будете помнить школу, вот этот момент последнего звонка. Мы с Любовью Ивановной на память вам даем, чтобы вы, ваша жизнь звучала, как вот эти колокольчики, и в вашей жизни солнце светилось вот так, ясно. Добрый путь вам, наши любимые выпускники. Дорогие выпускники, из 5 сегодня выпускающихся классов 4 я работала. Поэтому я обращаюсь ко всем вам. Говорят, что сегодняшние дни сложные, но они ведь и интересные. Поэтому не теряйте вкуса к жизни. Радуйтесь тому, что живете в России. Будьте светны со всеми людьми. Также часто повторяют, что вот молодое поколение такое, как прежнее. Среди вас много интересных, добрых, отзывчивых людей. Поэтому я желаю вам найти свою дорогу в жизни и растерять лучшего, сохраняя здоровье. Добрый путь вам. А этот музыкальный номер дарят вам выпускники, ваши школьные друзья.
мягкий свет зари. Только дома мне так легко вставать с зарей, слышать вечный зов красоты. Учителям хочется сказать огромные слова благодарности, низко поклониться им за их самоотверженный, не всегда благодарный, изнурительный труд. Спасибо вам, наши дорогие учителя, от всего родительского коллектива за терпение и стойкость. Выпускники, священный храм науки вы покидаете сегодня навсегда. Постигли вы наук святые звуки и ваш успех плод школьного труда. А мы продолжаем ваше дело в школе. Направимся проложенным путем. Идите же к заветной цели смело, а через год за вами мы пойдем. Из года в год, из века в век стремится ввысь к познанию человек. И вам успешно путь свой продолжать, а нам с достоинством на школьный стяг держать. А в заключении примите наш танцевальный подарок. Мы жили, забот не зная, и кто бы подумать мог, что вдруг 25 мая последний наш школьный звонок. Вот и наступил этот день, мы выпускники. Как быстро и незаметно пролетели 10 лет школьной жизни. Кажется, это было только вчера, первый раз, первый класс. Мы никогда не забудем светлые улыбки на лицах наших первых учителей. Именно они заложили фундамент наших знаний. Спасибо вам, Татьяна Васильевна Камышанова, Лариса Федоровна Абдулаева, Алла Алексеевна Холш. Мы прошли этот школьный путь с тремя замечательными директорами. На первый взгляд, строгим, но на самом деле добрейшим души человеком Владимиром Леонтьевичем Дьяконовым, молодым, энергичным, знающим Сергеем Анатольевичем Забазновым. И за очень короткий срок мы полюбили нашу добрую, обаятельную, трудолюбивую Надежду Васильевну Чернову. Спасибо вам, директора, за заботу о нас. Особые слова благодарности нам хотелось бы сказать нашим сегодняшним вторым мамам, Любовь Ивановне Дербенцевой и Надежде Ивановне Борисовой. Вы всегда были нашими друзьями и наставниками. Вы всегда помогали и поддерживали нас в трудную минуту. Мы вас никогда не забудем. Сегодня мы благодарим всех наших дорогих учителей. Спасибо за ваш нелегкий труд, безграничное терпение, за доброту и отзывчивость. За знания, которые вы передали нам.
Мы надеемся, что каждый из нас сможет найти свою правильную дорогу в жизни. Мы постараемся вас не подвести. Мы благодарим технический персонал школы, медицинских работников, поваров и всех тех, кто был рядом с нами эти 10 лет. Спасибо тебе, родная, любимая школа. Мы учились в нашей школе долго. Мы учились целых 10 лет. Пронеслись по школе, словно тройка, и оставили в ней добрый след. Мы уйдем далекими путями, но с собою в сердце унесем лишь хорошие воспоминания. Как-никак, а школа ведь наш дом. Мы в этот час еще сказать должны о тех, кто дал нам жизнь, о самых дорогих нам людях, о тех, кто помогал расти. Помогать еще во многом будет. Дорогие родители, спасибо вам за то, что мы есть. Мы часто торопили время, не замечали мы года. И детство птицей пролетело, сдавать экзамены пора. От этих минут никуда нам не деться. И каждый из нас с этим чувством знаком. Как елочный праздник кончается детство, как лента кино обрывается сон. Уже не надеясь на чьи-то подсказки, мы сами должны все задачи решать, в реальность воплощать свои сказки и самые смелые наши мечты. Благодарность вам, наши дорогие учителя. Мы вручаем кусочки своего сердца, цветы и подарки. Пусть это будет символом нашей любви к вам. Дорогие друзья, вот для вас воплощение молодости, счастья прозвучит последний школьный вальс. Thank you.
прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка капель и девочку, которой нес ответ. Пускай потом ничто не повторится для нас. Последний раз звенит звонок, и грусть слышна в прощальной трели. Он не зовет вас на урок. Вы словно сразу повзрослели. Последний раз звенит звонок. Прощайтесь с любимой школы. Большая жизнь вам распахнет свои широкие просторы. Право. Дать последний звонок представляется выпускнику 11 класса Добросотскому Артему, ученице 1 класса Истоминой Татьяне и всем выпускникам 2005 года. Добрый путь, дорогие выпускники!